Приветствую вас, мои дорогие подписчики, тех, кто случайно нашел мое видео в Ютубе, в Рутубе или в Дзене. В этом видео я продолжаю показывать вам испанские всевозможные кусочки, такие мелодии, такие, можно сказать, фразы, предложения. Вы их можете, естественно, на свое усмотрение складывать, можете играть в любом порядке, быстро, медленно. Хочу поделиться с вами еще, можно сказать, тремя. Это видео в продолжение предыдущего, это вторая часть, испанская гитара. Я давно планировал, в общем-то, подобного рода видео. Ну, на самом деле, это есть такое произведение, есть такой ролик, который я снимаю. Это вторая часть. Меня спрашивают название, спрашивают автора. Я думаю, это неважно. Мне просто заказали этот ролик, и я на заказ его снимаю. Неважно, кто что написал. На самом деле, испанская музыка, я вам честно скажу, это народная музыка. Все вот эти фразы, которые используются в различных вариациях, они сочинены уже, ну, где-то в 15 веке, наверное, были. Вот. Поэтому Исаак Альбенис, который вроде бы как написал произведение «Легенда», на самом деле ничего не писал, просто он услышал все это, перекинул на пианино на свое вот это и назвал это «Астурия». На самом деле это все народом давно придумано, так что имейте в виду, это народная испанская музыка. Итак, давайте продолжим. Следующая фраза будет. Вот такая секвенция. Первая открытая. Да, у меня каподастер стоит на втором ладу, вы можете без него играть. Это будет первый лад. Первая открытая, потом первая на первом, вторая на третьем, первая открытая, потом вторая на первом, вторая на третьем. Потом вторая открытая, вторая на первом. Третья на втором, вторая открытая, третья на втором, четвертая на третьем, третья открытая. И вот у нас закончилось это длинное секвенционное предложение. Один ноль, один один, два три, один ноль, два один, два три. 2-1, 2-0, 2-1, 3-2, 2-0, 3-2, 4-3, 3-0. Дальше аккорд Е ми-мажор, 3-я на первом, 5-я, 4-я на втором. И играем большим пальцем. В правой руке 6, 5, 4, дальше указательный 3, средний 2 и безымянный, как медиатором вверх по всем с 1 по 6. Безымянный 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот такой приемчик. И дальше у нас идет две одинаковые части. Покажу первую, вторую вот точно так же повторите. Мы сначала играем шестая открытая, вторая открытая, первая открытая. Потом первая на первом, первая на третьем. Первая на первом. И потом опять шестая, вторая, первая открытая. Дальше по второй струне идем. Еще разок повторим. Дальше. Вторая открытая, вторая на первом. Вторая открытая, на третьем вторая, на первом вторая открытая. И
И дальше ставим аккорд АМ, ля минор, вторая на первом, четвертая, третья на втором. И в правой руке играем пятую, третью, вторую. Перед этим мы сыграли 2-0, 2-3, 2-1, 2-0. И пятая, третья, вторая. Еще разок повторим. Точнее, вот так. Идем дальше. Дальше идем. Третья на втором, вторая открытая, вторая на первом, вторая открытая, вторая на третьем, на первом вторая, вторая открытая, третья на втором, третья открытая, четвертая на третье. Третья на втором, вторая открытая, вторая на первом, вторая открытая, вторая на третьем, вторая на первом, вторая открытая, третья на втором, третья открытая, четвертая на третьем. И аккорд Е. Играем на Е шестую, третью, вторую, первую. Щипком. И потом по аккорду просто ударяем вниз. Еще разок повторяем. Все, вот она вся часть. Еще разок. Еще раз ее играем полностью два раза. И еще один раз. И у нас получилось три куска. Первый, второй и третий такой же, как второй. Первый. Второй. И третий такой же, как второй. Такие у нас получаются фразы интересные. Можете отдельно каждую тренировать. Потом уже, когда они у вас будут хорошо получаться, вы можете просто их играть одна за одной и все. Меня спрашивают насчет ритма. Можете играть это в ритме, кстати. Вот. Можете без ритма. Как угодно. На самом деле, я вас, так сказать, призываю всегда обращать внимание на слова «могу, не могу, должен, не должен». Вот. На самом деле вы все можете. Вот. То, что у вас получится, что-то не получится, делайте сами, пробуйте, тренируйтесь. Поэтому ни о чем не думайте, просто делайте и смотрите на результат. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Главное, тренируйтесь, и у вас все получится.